Мамы и папы будущих выпускников школ попробуют сдать единый госэкзамен наравне со своими детьми. 25 марта в стенах Тверского педагогического колледжа пройдет всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Участникам необычного эксперимента предстоит пройти полностью всю процедуру – от входа в пункт до получения результатов. После сдачи экзамена родители, прошедшие все испытания, с которыми сталкиваются каждый год все выпускники школ, поделятся своими впечатлениями. Главная задача акции – помочь снять напряжение выпускникам и их родителям перед итоговыми экзаменами. ЕГЭ для родителей состоится 25 марта в 14:00 в Тверском педагогическом колледже по адресу Октябрьский проспект, 71А. При себе участникам необходимо иметь паспорт и ручку с черными чернилами. Организаторами мероприятия выступают правительство Тверской области и региональное министерство образования.